24 ноября на базе средней образовательной школы номер 1 состоялся расширенный семинар для заместителей директоров, советников по воспитательной работе и старших вожатых образовательных учреждений города. Тема семинара – перспективы развития российского движения детей и молодежи, системы подготовки и организации исследовательских проектов. Отметим, что организаторами данной встречи является российское движение детей и молодежи. Вот такое расширенное собрание, оно возникло из-за того, что вместо российского движения школьников правопреемником стало новое движение, которое называется «Российское движение детей и молодежи». И поэтому у всех организаторов, а именно тех, кто сегодня на семинаре, возникло много вопросов, как делать, как регистрировать эти организации и так далее. Поэтому были приглашены гости, которые приехали из Москвы. Они очень осведомлены обо всем. А также были приглашены гости из Махачкалы, советник главы Республики Дагестан Людмила Саидова и руководитель организации «Альтаир» Екатерина Байгушева. Они поделились своим опытом работы и ответили на интересующие вопросы участников семинара. Как вы думаете, даже если там советник, даже если там директор по воспитательной работе и там вожатый, как вы думаете, кто возглавляет первичное отделение? Не ученик-активист точно, не директор точно, и без нас полно работы. Вожатый – это его прямая должностная обязанность. После обсуждения всех насущных вопросов касаемо деятельности российского движения детей и молодежи состоялся второй модуль семинара под названием «Социально-исследовательские проекты», который окончился деловой игрой на тему «Как защитить свой проект». У нас три претендента, которые подготовили. Один проект будет социальный, второй – патриотический, третий – экологический. Ребята выйдут и буквально в течение 5 минут расскажут о том, как они делали исследовательскую работу. Потому что последние конкурсы республиканские, которые мы проводили в муниципалитете, показали, что не все правильно оформляют, не все правильно представляют это. Завершился семинар голосованием за участников, которые лучше всех справились с данным заданием. Помимо этого, присутствующие обсудили подготовку к предстоящему параду юноармейских войск, который пройдет 23 февраля. Асия Тумалатова, Сиражуддин Магомедов, новости телеканал «Среда».